У Білому домі назвали можливу тактику Білорусі на кордоні з Україною. Ми чекаємо удар на другому направлінні. Про це розповів координатор із стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого Дому адмірал Джон Кірбі. Одна з тактик Білорусі полягає в тому, щоб подивитись, чи зможуть вони змусити Україну застосовувати живу силу на північному кордоні, щоб відвернути українські сили, щоб вони не змогли бути використані в інших місцях на сході та півдні, зауважив він. А очільник МЗС України Дмитро Кулеба зауважив, що поза сумнівом Путін щосили намагається втягнути білоруські збройні сили у прямий воєнний конфлікт з Україною. Мета зрозуміла – відкриття для України другого фронту, який має скувати наші сили і відповідно послабити тиск нашого наступу на півдні та сході. Збройні сили України це все чудово розуміють. Ми дипломатично теж розуміємо, що відбувається. І ми кожен зараз робимо все на своїх ділянках фронту, щоб запобігти цьому і зробити Україну максимально підготовленою до будь-якого сценарію, зазначив Кулеба. Победу над Російською Федерацією може гарантувати тільки тактика наступательної війни. Значить, я далеко від мислі, звісно ж, что украинская армия вступит в Москву. Это совершенно не то, о чем мы говорим. Но есть некие слабые звенья вот в этой вот наступательной операции Путина. И самое слабое звено, конечно же, Беларусь. И я считаю, что было бы очень важно сосредоточиться на Беларуси и вести наступательную войну, да, принять наступательную тактику в отношении Беларуси. Для этого у нас, как мне кажется, я имею в виду, не знаю, свободный мир, да как нас назвать, который сопротивляется путинской агрессии, у нас есть для этого все необходимое. Лукашенко абсолютный диктатор, классический, что означает, что в момент его ухода рушится режим, установленный им в Беларуси. В 2020 году всему миру было продемонстрировано, как именно Лукашенко проиграл выборы. Вся страна вышла протестовать. Эти протесты были подавлены с помощью Росгвардии, которую Путин перекинул быстренько в Беларусь и там, переодел их в белорусские формы. Есть правительство, которое фактически уже сформировано. Я знаю, что в белорусской оппозиции есть разногласия по поводу конкретных лиц, кандидатур. Это задача белорусской оппозиции. Согласовать все свои расхождения, да, и прийти к некому общему знаменателю. Да, кто именно в это правительство входит, кто какие позиции и посты занимает. И есть костяк, военный костяк белорусской армии, который уже воюет в Украине, да, войска, там, бригада Калиновского, на базе которой, безусловно, если будет поставлена такая задача, может быть сформирована уже и дивизия. Если Лукашенко, как в последнее время обсуждается, вступит открыто в войну в Украине, это будет его конец. Вот я не хочу сказать, что я желаю добра Лукашенко или даю ему полезные советы, но я крайне не советовал бы ему входить открыто в войну в Украине, потому что на этом он закончится чисто физически. Но после того, как Украина в отношении Беларуси примет как тактику, да, наступательную войну, режим Лукашенко рухнет. И я думаю, что это задача, которая сейчас должна перед нами стоять, потому что Россия более сложная действительно в этом смысле цель. Да? Россия страна большая, там от свержения Путина, в общем-то, ничего может не измениться. Поколебать этот режим достаточно сложно, для этого нужно поражение уровня там, 45-го года для Германии. А вот свергнуть Лукашенко очень легко, очень действительно легко. И тогда Россия потеряет, во-первых, очень важного союзника,
Во-вторых, очень важный геополитический плацдарм, выводящий Российскую Федерацию к восточноевропейским границам. Для Европы это очень важный момент. Но главное, Путин потеряет плацдарм для термоядерного удара, вернее, для ядерного удара на начальном этапе по Восточной Европе. Потому что я далек от мысли, что он будет наносить этот удар с территории Российской Федерации. Это было бы самоубийственно. Я думаю, что единственная причина, по которой он не аннексирует Беларусь, не объявляет Беларусь Российской Федерации. И, кстати, важно даже не только то, что он не объявляет, а то, что вот ни один из безумных голосов в России, там, в Думе, среди вот всех этих пропагандистов, которые призывают захватить там Финляндию, Аляску, да, а вот про Беларусь почему-то они не вспоминают. И я думаю, что это не случайно. Я думаю, что это как бы установка, связанная с тем, что это территория, с которой Путин будет наносить, ну, как он планирует, когда уже иссякнут все остальные как бы, козыри в колоде, будет наносить ядерный удар по Украине и Восточной Европе. Соответственно, я считал бы, что то, что я, в общем-то, ну так, советую, да, это прежде всего и в интересах Украины, и в интересах Восточной Европы, то есть НАТО. На самом деле Украина должна договориться с союзниками и получить у них разрешение на нанесение превентивных ударов и по территории Белоруссии, и по территории Российской Федерации. Кстати, что тоже очень важно, потому что пока что Украина поставлена в условии, когда она получает, конечно, оружие от западных союзников, и это очень хорошо. Но это оружие дается для оборонительной войны в рамках вот оборонительной тактики, а не для наступательной войны, которая, собственно, единственная может сейчас переломить ход военных действий. Потому что ну, мы видим после 8 месяцев, мы видим, что иначе переломить этот ход военных действий невозможно. Да? Путин просто обстреливает там, ракетами и иранскими этими самыми дронами, да, Украину, каждый день там что-то разрушая, каждый день убивая людей, каждый день нагнетая ситуацию, каждый день терроризируя население. И, кстати говоря, вот опять же, дроны, конечно, иранские, и до Ирана Украине дотянуться очень сложно, но ведь союзники на то и есть союзники, чтобы помогать в сложных ситуациях. Да? У Ирана есть два стратегических врага. Один – государство Израиль, второй – государство Саудовская Аравия. Я понимаю, что это не сложный, не легкий путь, да, и наверное, не всегда дипломатически можно все решить легко и быстро. Но тем не менее, ведь это те же самые дроны, которые будут очень-очень-очень скоро, да, в такой же ситуации, если война совсем уж развяжется и выйдет за границы любые, будут лететь и в сторону Израиля, и в сторону Саудовской Аравии. И, конечно, наверное, можно было бы обсудить с этими двумя потенциальными союзниками Украины, вот в этой войне, в которой уже сейчас вступает еще Иран, возможность может быть нанесения превентивных ударов по Ирану для предотвращения для дальнейшего производства этих дронов. То есть, понимаете, я просто считаю, что уже ну, 8 месяцев достаточный срок для войны, чтобы понять, как сказать, пределы своих возможностей да, на уровне оборонительном, и понять вектор как бы дальнейшего развития, да, в том числе и дипломатических отношений с какими-то другими странами, которые являются союзниками Украины, потому что у Украины много союзников. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.